Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardResetInfo, перед нами Samsung Galaxy M01 Core, и в этом видеоролике мы вам покажем, как включить геолокацию на этом телефоне. Для того, чтобы это сделать, нам нужно свайпнуть по экрану вниз, свайпнуть еще разок и попасть в панель управления нашим телефоном, где мы видим пункт «Локация». Где-то здесь он у вас должен быть. Нажав на него и сделав синий, мы его включаем. Если он будет серым, значит геолокация выключена. Я ее, конечно же, включу. И на этом будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, то можете задавать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!